Большой видеообзор моей новой дэдди работы. Это опоссум, созданный из двух видов материала. Это мохер и вискоза, а также хвостик у него из мини-штофа. Работа всего 12,5 сантиметров. На шплинтовом креплении все поворачивается. Малыш может сидеть. Хвост армированный, загибается в разные стороны, как вам нужно. Мягкий на ощупь, потому что я приложила шерсть. Ушки из замши, старалась сделать как настоящие, а усики из вощеной нити, если быть точной, из зубной. Вот такой малыш. Тонировочка, как обычно, масляными красками, а потом пастелью.